Мама, доставай нашу карточку волшебную. Серч! Суперсел, я на тебя уже начинаю злиться. Так, 6 предметов. Может кто-то выпасть. Ладно. Открытие. Луешки под хвост. Всем привет. Сегодня через 2 минуты. Через 1 уже. Будет обнова. В Бравл Старс. Мы ее очень ждали. Последними ночами не спали. Ждем много сюрпризов. Много чего интересненького. И сейчас покажем это все вам. Будет новый бравер Серж. Кстати, еще будет новых 10 гаджетов. Там один какой-то на Кроу, там еще был на Пайпер. Ну, в принципе, по ходу, когда уже выйдет обнова, все разберутся. Ну, мне главное открыть новый Бравл Пасс, быстрее набить там сундучки, заработать побольше гемов и побольше всяких сюрпризов и прокачать моих еще не очень прокачанных бойцов. Уже новый сезон! Новый сезон, да! Так, нажимаем. Смотрим. Ух ты! Супер Рейнджер Брок. Вы так. Посмотрите, сколько всяких подарков здесь. Так. Ящиков, значков, мега ящиков, монет. И даже проскакивают гемы. Так, у Эдика остались сундуки с прошлого. Да, прошлые остались. Ну, хочешь, Эдик, давай откроем. Так, прошлый сезон. Открываю первый. Сейчас посмотрим, что выпадет у Эдика. А вдруг какой-то бравлер классный? Ну, я хочу себе Серджа. Или Вольта. Там Вольт он называется, да. Но я его как-то называю... Серж! Мистер Пи! Дай 5. Вот это фартовый сходу Мистер Пи. Мистер Пи. Я этого мифика очень хотел. Так, а ну давайте, ребятки, у меня тут тоже есть пару ящичков еще с прошлого сезона. Давайте. Или ты еще не все открыл? Я еще не все. Ладно, большой. Давай, да, открывай, может еще что-то будет. Ну, ничего нет. Ну, я рад Мистеру Пи. Дай 5. Я тебя поздравляю, я тоже, кстати, смотри, хочу. Смотри, папа, какой у меня тут баб. Смотри, что я с его ракетницей. У тебя такого нет. Так, скажите мне, верхний Бравл Пасс снова нужно покупать? Да. Да, его нужно покупать. 169 гемов просто Бравл Пасс. И если хочешь на 10 уровней вперед, то аж 249 гемасов нужно за него отвалить. Ладно. А у меня всего их 24. И смотрите пасхалочку. Тут она в этом сезоне тоже есть. Теперь я, ребят, открою свои оставшиеся сундучки. Держите за меня кулаки, чтобы мне что-то классное выпало. Итак, первый. Давай. Что там? Очки, монеты. Прошлый сезон. 5 ящичков, дай. Так. Гаджет на кольта. Класс, ребят, я очень рад. Бонусный предмет. Удвоитель еще... жетона. Да, жетона. Я очень рад, потому что кольт один из моих любимых бойцов. Все сложные задания я всегда прохожу кольтом. Ну, конечно, если нужен дальник. Если не нужно где-то крысить и прятаться. Поехали дальше. Монетки тоже неплохо. И очки силы еще. А ну давай. Ну я не ожидал, что папе гаджет выпадет. Может какой-то бравлер еще. Ну сейчас. Хочу, чтобы папе еще бравлер выпал. Ну что-то мне в последнее время как-то везет, а в прошлое время так не очень. Но 2 мифика уже. Бравлер не выпал, ну гаджет на кольта тоже мне пригодится. Бойцы, что по бойцам? Так, вот смотрите, ребята, какой новый боец Вольт. Давайте его попробуем испытать. Ну, он прям как трансформер какой-то, мне так ну, кажется. Ну да, сейчас у него ульта это точно его трансформирует. Ладно. Если честно, я вообще не очень понял, как он умеет тут ух ты. Делать. Ого. Вы посмотрите, какой у него удар, и еще смотри, осколки рикошетом летят в сторону. Так, а что у него за ульта, я не понял, он подпрыгнул и обратно сел. Подпрыгнул и себя, ну, улучшил, еще улучшил. А, теперь он улучшает себя, ого, вот это придумали, прикольно. Так это вот такой урон. А что же ему дает улучшение? Да. А ну-ка. Ему дает классное улучшение. По-моему, смотри, он, смотрите, какой дальний меч. Стал. Меч у него какой-то новый появился. Класс. И он стреляет как-то по-другому, ты заметил? Разлетает. А ну еще раз, а ну ультани еще раз, что дальше? Ну, больше ничего обновы все, не будет. Все, больше он уже не улучшается. Ну, прикольно. Хочется им поиграть. Конечно, попробую его выбить. Наверное, это редкость. У кого, кстати, ребятки, там вдруг он уже... Да, вдруг он у кого-то уже появился, обязательно напишите в комментах, да, мало ну, ли. Ну, прикольный бравлер. Кстати, если его убить, то все. Это все хорошо, ребят, новые бойцы, новые карты, но у нас есть немного гемов, мы их выиграли у девочек в прошлом нашем семейном Beyblade Battle. Кто не видел, обязательно посмотрите этот видосик интересный на нашем канале. И у нас есть немного гемасов, мы их сейчас хотим зарядить себе на аккаунты для того, чтобы открыть верхний Бравл Пасс. 169 гемов нужно, чтобы активировать верхний Бравл Пасс. Ну, мама, доставай нашу карточку волшебную и делай чудо. Так, я сейчас куплю себе верхний Бравл Пасс. Тот, который... На 10 ходов вперед. Да, мы его... это делаем для того, чтобы, ребят, показать все-таки
может быть, будут какие-то сюрпризы, и понимать, насколько наш новый Бравл Пасс лучше или хуже старого по поводу того, что вообще в нем, какие приколы могут выпасть. Ладно, покупаю. 249 гемасов, жалко, ну, как говорится, так, вот. Искусство требует жертв. Так, а ну, открывай, Эдя. Ладно, сначала возьму... Может, откроешь те, которые на пути к славе? Ну, наверное, да. Я себе еще взял уже скин. Ого, у тебя уже 16300 да. кубков, неплохо. Ладно. Мегаящик. 6 предметов, что там? Так, это звездная сила на кольта. Вот бы мне ее, Эдя, дай мне ее. Я ж кольтом больше играю. Папа, ну, я бы... А может, и мне сейчас конечно, выпадет. Бы тебе дал? Еще один мегаящик, ну... Теперь, ребят, открываем Бравл Пасс. Ящичек, пока из него ничего. Ладно, мегаящик. Мегаящик. 5 предметов, это ничего. Ну, монет насыпало неплохо. Так, гемы. Монетки. Такой. Кстати, это тут можно надо. В порядке, которым хочешь. Можно так, так, так. Но я буду открывать просто. Федя, а какого ты хочешь бравлера себе, чтобы выпал? Ну, я не знаю даже, наверное, спайка. А я любого хочу. Кто мне не выпадет, я все равно буду рад. Буду так. прокачивать. Ладно. Большой ящик. Ну, что-то пока монеты, очки силы, новый Бравл Пасс особо, ребят, сюрпризами так. пока что не радует. Да. Конечно, монеты, очки силы нужны для прокачки, но хочется так. что-то... Это гаджет на Леона, клонирование мне выпал. Класс. Так, у меня даже так. Леона нет, куда мне еще большой мечтать ящик. О его гаджетах. Я не знаю вообще, будет у меня когда-то Лего или не будет, мне кажется, так, я до этого монета не доиграли. Ну, о. Так, на это... шельку, на шельку. Звездная... Не, ну прикольно, смотрите, уже сколько всего насыпало. Да. Теперь открываю я. Активируем наш Бравл Пасс. Давай, открывай, папа. 169 гемов. Жалко, но нужно так. Это... Ой, я уже думал, это новый, ребят, я уже... Папа. Я обрадовался, думал, это новый какой-то бравлер, а это... Скин на Брока. Ну, интересно, ну, хотя мне скины особо не по душе, они же реально, ну, просто внешний вид, а никаких преимуществ больше не дают. Так, ну, у меня Бравл Пасс закрыт, а вот сундучки на пути к славе сейчас откроем, а вдруг повезет. На 8000 кубков забираю я Эмс, она мне, конечно, не очень... Ну, часто меня Эмс убивает. Она ловчится, за нее играть? Я ее не люблю, потому что меня они постоянно убивают. Папа. Большой ящик. Не любить за это бравлеров, это, ну, за то, что они тебя убивают, это, ну, не очень такое оправдание. Очки силы. Монет. Большой ящик. Ну. Так, чего там? Монеты и очки силы. Ничего, пока. 200 да. монет. Тоже хорошо. Ребят, мега ящик. А его нельзя открыть, тебе надо еще 50 кубков, чтобы его открыть. В общем, папа, видите, сильно быстрый. Ничего, добью 50 кубков, думаю, и открою. Всем привет! Ребята, раз в день обновы всем везет, мне выпал мистер Пи, там, звездные силы и гаджеты, то мы решили и Линке открыть Бравл Пасс. У нее прошлое еще не пройден, но думаю, что она его должно, пройдет. Должно, да, что-то выпасть. У нее очень много неоткрытых ящиков. И раз сегодня удачный день, а ну, Линка, давай, начинай. Сейчас мы открываем все награды с прошлого сезона, раз уж начался новый большой ящик. И Линке точно кто-то выпадет, потому что у нее везучий аккаунт, и ей давно как-то никто не выпадал. Да, она переживает, боится, что вдруг ей ничего не выпадет, поэтому я... Папа, монеты это ну такое. А мне нравятся монеты, за них можно прокачать. Без папа. Монет тоже никуда. Ну, папа такой нубик. Мегаящик. Что там? 6 предметов. Ну. Может кто-то выпасть. Ладно, давай, открывай, Линка. Очки, что там? Очки, интересно. Очки, давай. Очки. И гаджет на попу. Классный гаджет, кстати. Ну, жаль, что не боец. А большой давай. Ящик. Что там? Вот там? 3 предмета. Ну, 3 предмета это... Ну, как сказать? Обычные предметы в большом еще ящике. Еще ящик. Пока ничего не сверкает. Предметы не сверкают. 20 что... гемов, но это неплохо. Сейчас очень 20? Тяжело. Там, по-моему, было 10. 20. Сейчас нет, очень 20. Тяжело гемы зарабатывать. А донатить тоже накладно. Так, сверкает. Что там, что там? И... Еще гаджет на Дэрила. Там... В общем, Алин, ты будешь там, после да. открытия вся в гаджетах. Класс. Мега ящик. Так, давай 6 предметов. 5. Так. Ну, все равно 5, все равно может что-то выпасть. Да. Точнее...
Очки силы. Ну, ладно. Очки силы тоже неплохо. А ну давай да, дальше. Пока что ничего не выпадает. Ну еще но... много осталось там ящичков всяких маленьких. Хорошо. Ребята, напишите в комментариях, как вы считаете. 10 кристаллов. Какой самый везучий ящик, из которого вам, ну там, бравлеров больше всего выпало, звездных сил, гаджетов? Ну, наверное, мега, скорее всего. Нет, папа. Мега, о, нет. Все-таки везучий всех, это, конечно же, большой. Так, еще. Еще удвоитель, в общем, жетонов. Кстати, из какого мне выпало скорпион? Ой, я другой. Ничего. Сундук. Так, сейчас ничего, откроем все. Ящичек. Если бы у меня уже была Амс, я бы ее прокачала. Очки. Так. Большой ящик снова. Монет много сыпануло. Так, смотрим, что дальше. Мега-ящик. Мега-ящик. Ну, 5 предметов. Ничего, все равно может что-то. Хоть бонусный. Бонусный из мега-ящиков что-то не хватает. Ну да. 100 монет. 100 большой монет, ящик. Поздравляю. 20 кристаллов, мистер опять Пи, ящик. Мне кажется, мой любимый мифик. Мне он очень нравится тем, что у него большой радиус, двойной урон и классная ульта. Опять да. Большой ящик. Так, что там? Каринка, ты не расстраиваешься, что ничего не выпало? Да не расстраиваюсь. Даже если ничего не выпадет, в следующий раз. Так, вот кстати, у нее 60 гемов. Гаджет на розу. Да, много Линки нападало гаджетов. Это мега ящик. У них мега ящик. 5 предметов. 5. Да ну, что-то Линки вообще как-то не везет. Не, ну что, гаджеты тоже нужны. Папа. Но мне кажется, что-то выпадет по-любому. Мне тоже так кажется, но... Ну, как говорится, старые сундучки уже не рабочие. Ну почему? Ну, коварный суперцел мне выбил сегодня мистер Пи, так что я за Линку, ну, болею. Монеты. Мега ящик опять. И 5 предметов. Ну, суперсел, я на тебя уже начинаю злиться. Так, давай, если мы говорим, что Элинке что-то выпадет и не выпадает, давай скажем, Элинке ничего не выпадет. Элинка, тебе ничего не выпадет. А помните, я сказала про Эльпримчика, и Эдику выпал гаджет на Эльпримчика. Большой. Лего. Ну, ну не знаю, давай, ну, Леона и Линке, наверное, хочется, хотя, ну, вряд ли. Есть жетоновый двоитель. Так, большой мега ящик. Мега ящик. Так, что там? Там было 5 предметов. 5 предметов. Так, или 6, я не видела. 5 было предметов. Да, ничего не упадает. 300 монет и напоследок 20 гемов. Дальше смотрим на пути к славе, что. Так, много. Много. Элинка молодец. Качала, но не докачала. Больше играет Линка Старс, меньше куколка Милол. А Элинка у нас такая девочка, что куколок Лолу не играет. Так я не знаю. Хотя шучу, она играет. Все девочки играют. Я бы прокачал, наверное, бы. Тика. Тик тоже интересен, но мне не нравится им играть. Тик-так. 200 монет опять. Мега ящик. 6, ну, шестерка, пятерка. Суперсел, у тебя есть совесть вообще или нет? Элинке, так везло. Теперь какое-то, ну, открытие, лыжки под хвост. Ты давно я не играл уже. Так, ну давай, большой ящик последний, давай. 80 да, монет. Ничегошеньки. А вот еще ящичек. Давай, пожалуйста, что-то выпадись. Ну. 3. Монеты. Папа, ему за монеты. Монеты. Так, давай. Удвоитель жетона. Ладно, да, не очень. В общем, ребята, как-то так. Можно сказать, что и повезло, и не повезло. Пишите обязательно в комментах, как вам новый Бравл Пасс, как вам новая обнова. Пишите, может, вам что-то выпало повеселее, но мы на этом будем быстро заканчивать, потому кстати, что... Кстати, папа, это еще не все. Это еще не вся обнова. Помните, я говорил за гаджеты, а они еще не вышли. Так что обнова может еще продолжиться. Будем ждать тогда новые гаджеты. Обязательно будем проходить новый Бравл Пасс. Не терпится его быстрее открыть и посмотреть, что там будут за сюрпризы. Ну а на этом мы будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм и еще на наш канал. Мы вас любим, всем пока. И пусть вам выпадет Лего и Вольт.